Сегодня вечером цирк. Приглашаем. Вы нас приглашаете? В 6 часов вечера на представление? О, какой билет. Спасибо большое за приглашение. Будет что-то очень веселое? Ой, у Данюшечка, какой ты красивый. Какая шикарная рубашка. Супер. Ты джентльмен? Он будет режиссером. Он режиссер? А ты актриса? Да. Все готовы? Скажите да. Да! Кто-то не готов. Все готовы. Идем остальные. А где остальные? Кто еще должен быть? Мой папа. Света? Света должна быть, да? Да. И мой папа. Агата, иди позови Света. И папы. Так папа же уехал, наверное. Зрители пришли. Билеты есть. Здравствуйте. Билеты бесплатные? Да. Платить не надо? Не надо платить, мадам. Дамы и господа, добро пожаловать в наш цирк. Сейчас вы увидите самую красивую актрису. Мила. Выходи. Сейчас пересадите кресло туда. Вы увидите то, что я сделаю сейчас. Все кресло туда. Подвинуться, давай. Что это будет? Маловато место. Маленькая комната. Молодец! Аплодисменты! Что вы нам покажете на этот раз? На этот раз волшебная качель. Знаете, почему она сделала кожу коробку? Почему? Чтобы когда упал, не было больно почти. Thank you.
Больше всех я люблю мамочку мою, папу, брата и сестренок, всю мою семью. Каждый день я встаю и песенку пою про самую лучшую мамочку мою. Мамочка моя милая, самая красивая, нежная, любимая, мамочка моя. Маму с праздниками сны поздравляем мы подарим ей лозы, нежные цветы, нарисуем небо, солнце и мою семью. А я любимой мамочке песенку спою. Мамочка моя милая, самая красивая, нежная.